черные точки. Как хочется им сказать «прочь! Уйдите навсегда!» И есть такой способ вытащить всю накопившуюся грязь и спор простым способом в домашних условиях. Любимая масочка, которая творит чудеса. Сегодня о ней. Черные точки, берегитесь! Что нам потребуется? Да почти ничего. Агар-агар, активированный уголь, 3 таблеточки и вода. Приступаем к приготовлению маски детокс. 50 мл кипяченой воды, это примерно 3 столовые ложки, развести 3 таблетки активированного угля до полного растворения. Затем добавить 1 столовую ложку агар-агара. Дать маске немного остыть и нанести на проблемную зону, используя синтетическую кисть. Как показывает практика, наносить маску лучше всего на распаренную кожу. При помощи жесткой кисти начинаем вбивать содержимое маски в поры. Затем нанесем маску небольшим слоем поверх. Подождем полного высыхания, примерно 10-15 минут. Когда маска застынет, вы увидите, как она легко одним слоем снимается с лица, и все загрязнения остаются на ней. Надеюсь, эта масочка вам понравилась. Напишите в комментариях, у кого какой результат получился. Всем спасибо за просмотр. Желаю вам огромного счастья и великолепного настроения. Пока-пока. До новых встреч.